Смотри, мы были в воскресенье, вот я не помню, когда число посмотреть, 12 или 13 его привезли, но в воскресенье были. Это 12, наверное, скорее всего, было. В воскресенье, да? Да. 13. Ну вот, тогда 13 его привезли, потому что мы в Динской были, ждали Вениамина Ивановича, он ходит в церковь. Ну, этот человек же там и крутился. И там начали так чуть разговор. Я говорю, а ты с кем тут работаешь? Он говорит, а я подчиненный Вениамина Ивановича. Вот такие были слова. Я говорю, да мы хотели повстретиться. Сейчас, говорит, будет этот преподобный, или как его там называют, главный по церковных вот этих. Ну-ну. Благочинный. Сейчас, говорит, прилетит он, светит церковь. И прилетит Вениамин Иванович. Он говорит, сейчас в Сочах. Ну, так-то и так. Когда смотрим, правда, приехал благочинный светить. И через какое-то время приехал губернатор. Сам на джипе, ну еще один водитель был, без охраны, без ничего. Мы еще до благочинного подошли, попросили, чтобы нашей церкви помог с документами. А мы будем скидываться и будем расширять ее, потому что церковь, ну, пообъясняли. Он сказал, напиши бумажку, номер телефона вашего отца Алексея. Ну, мы написали все. Ну, и обратился потом к губернатору. Все ему рассказал, что выполняю его задание, но просто мне, говорю, дают за это по голове. Он сказал, я тебе вышлю комиссию. Этот Виктор стоял рядом и сказал губернатору, а давайте вот я поеду. Ну, так вот. Тот говорит, подожди, типа. Ну, так-то и так, смотрю, с ним же крутится тоже же. Ну, то есть было понятно, что губернатор знает этого человека, знает, да? Знает, да. Знаете, и подчиненные с ним, и глава района с ним здоровался, подходит прям, здоровается. Еще кого-то парень я забыл. Я говорю, кто это такой? А это вот уши и глаза Вениамина Ивановича. Ну, так-то и так, думаю, значит. Что я уже подошел, сказал, давайте вот я поеду. Ну, а кто говорит, нет, подожди, поедет Минтек, разберется, записал губернатор мой опять номер телефона, позвонил Минтек, говорит, вышлешь комиссию к депутату такому-то, номер у тебя же скину, и говорит, проведете расследование трубы вот этой вот, что просверлили. Ну, звонит на следующий день мне Виктор, я ему номер свой давал, звонит этаж, а я говорю, привет, я говорю, здоров, я говорю, к вам еду. Я говорю, в смысле, на чем? Да, я говорю, как комиссия. Я говорю, на чем едешь в машине? Он говорит, мне глава района ваш выделил машину, еду к вам. Я говорю, кто он, Владимирович? Он говорит, да. Я говорю, как-то интересно получится, комиссия. И мы же хотели, чтобы не знали район, чтобы люди выслушали, как вот. Ну, понятно, без чиновников. А вот тут, думаю, уже все, глава района в курсе получается. Я говорю, ну едешь так, едешь. Я говорю, ладно. Ну и прозвание. Я говорю, ты далеко? Да я доехал до туда, кофе пью. Я говорю, ну примерно через сколько будет, чтобы я людей собрал? Он говорит, ну, примерно так-так. Все хорошо, ждем, его нету. Я ему опять набираю номер телефона. Он мне говорит, мы пообедали пока то-то. Он меня, вот Андрей Владимирович, везет в Молотилинку, в станицу. Показать, как там станица живет. Я говорю, да понятно, что он тебе покажет, потому что станица красивая, все обустроено, потому что там депутат Костенко Наталья Васильевна, она все контролирует. Я говорю, пускай везет тебя в нашу станицу, посмотрим нашу станицу. Потому что люди ждут, люди начали возмущаться, человек достал, уже собралось потихоньку, так собираются. И я же говорю, что комиссия едет, я говорю, с Андреем Владимировичем, говорю, так что не бойтесь, ничего, говорю, высказываем, как оно есть. Ну так и так, потом он не берет трубку. Мне дают номер ЗСК Сергея Викторовича, депутат ЗСК. Да. Набираю номер, говорю, здравствуйте, я представляюсь такой, что я депутат такой, говорю, Виктор, говорю, от вас едет? А то, говорю, пообещаю, говорю, да, от нас едет, подтверждается все. Я ставлю на громкую связь, говорю, просто Виктора, говорю, нема, люди стоят, ждут, говорю, заявления какие-то он собирался, говорю, плюс он сказал, будете у меня ночевать. Он говорит, он нам ничего типа не сказал, что ночевать будет. Он говорит, не выключайся, люди стоим же все, слушаем. Он звонит, Виктор, ты где? Да я вот, тебе люди ждут. И ты что, вот у Геннадия Алексеевича будешь типа ночевать? Да я думал, типа, переночевать у него. Ну, думаю, как же я ему откажу? Такой чиновник едет же, фиг их знает. И я говорю, да я не против, типа, ну, и дома предупредил, говорю, у нас будет человек с края, говорю, спать там, то-то, все. Ну и все, он говорит, иди, люди ждут тебя, все, чтобы обращение хотят передать. Он все. Мы подъезжаем, люди опять же взбодрились, все, к нам едут. Подъезжает глава района,
И еще с ним была Щербакова, кажется, вот не помню, кто вылазит, несколько человек. Еще одна машина, две прошло с района. Вылезли и давай это подходить люди, вот, и он простоял, вот, вот этот, ну я же представил, я же его видел. Это человек от администрации края. Комиссии. И тут же начал Андрей Владимирович кричать, называть его на «вы», близко не подходить, плюс полиция приехала вокруг его, до него не дотрагиваться начал он орать. А люди говорят, да он нам разрешил на «ты», а он был уже в нетрезвом состоянии, ну какой-то неадекватный он. Ну, короче, пьяненький был. Ну, да, или под наркотический, или пьяненький, не поймешь. Начал он всех матюкать, маты, там же есть на видео. Всем смотрим, район молчит, милиция вся молчит. А как реагировал глава на такое поведение? Ну, он вообще молчал. Вообще стоял, он начал на главу орать, то на жителей начал орать. Он вообще молчал, стоял, слушал его. Только кричал, не затравывайтесь. Начинал что-то глава говорить, а он ему говорит, молчи, стои. Ну, тот опять рот заткнул и молчит, мы все все удивились, думаем же, значит, такой человек, если даже рот заткнул главы района, и начал там рассказывать, люди начали жаловаться. Он говорит, пишите заявление, я все передам губернатору. Я ему говорю, ты будешь у меня ночевать? Он начал чуть наместно, ездами такой. Я такой же посмотрел, думаю, о, братан, думаю, да зачем тебе такое нужно? Начал его возить по объектам. Я говорю, я тебе повезу по людям, как живут люди, как инвалиды. Посмотрим объекты. Он до темна, его сильнее развезло, начал вообще матюкаться и матюкаться, там обзывать всех, скандалы начались. Я его спрашиваю, ты у меня будешь ночевать? Он говорит, нет. И я, а это, еще Щербакова, Светлана, сказала, его нельзя никуда без охраны отпускать, он с нами едет. Ну, они его увозят, потом где-то он звонит мне часов в 11. Извините, подождите секундочку. По объектам его начала возить районная администрация, да? Ну да, да, он везде. Мы на своей машине, а люди ж... На какие объекты вы заезжали? Ну, на два моста мы заезжали. Два моста, которые возле садика, который лопнул, должен обвалиться. И один, который люди повезли показывать мост, где это. Он там же тоже есть видео, я потом скину, если тебя не маю, Он стоит там, и Андрей Владимирович, и пока там делают мост, и говорят, надо строить мост, там, типа, то-то, искать спонсоров, такую чушь. Ну, на два объекта мы выехали. Он же сказал, чтобы свет сделали, там, людям начал обещать, что мы деньгами поможем, и заставил. Они же еще и свет сделали. На детском садике, над мостом отбрывочным, не было света. На следующий день сделали, как он сказал, чтобы свет был сделанный, либо я вам устрою. Они сразу с фонари такие светодиодные красивые повесили, все аж удивились. Ну, я же, ну, так же прошло, все, он с ними сел и уехал, две машины их... Звонить он мне часов 10-11, что-то не помню, ну, такой поздно, уже вообще не в трезвом состоянии. И говорит, забери меня, думаю, я еще хотел поехать забрать, а потом думаю, ну, не дай бог, сейчас что-то с ним случится, и потом я буду крайне. Я звоню ночью в ЗСК этому Сергею Викторовичу, вот так, говорю, ваш человек находится не в адекватном состоянии, и он там. Я говорю, он просит, чтобы я его забрал. Он говорит, лучше не надо, кто брал его, тот пускай за него отвечает. Так были. Я говорю, все, хорошо. Потом на следующий день начал он это, а как он, вот что-то не помню, как он, а, вот это он 13-го приехал, у меня 14-го суд был по земле. Он мне говорит, звонит, говорит, забери меня. Мне тут по парку водят, там туда-сюда. Я говорю, да куда я тебе заберу, сейчас у меня суд. Я попросил людей, за ним приехали, я ведь хочу просмотреть все. Там, ну, он, то есть он захотел вернуться в станицу опять? Да, он вернулся. И один раз он ночевал у меня. Один раз он остался ночевать. Чем он занимался в станице, когда вернулся в очередной раз? Он вечером, аж к вечеру ко мне попал. Вечером до меня. Часов пять. Я не знаю, он там с людьми разговаривал. Я ж на суде был. Ага. Потом приехал Минтек. Они меня тоже ждали, но я их предупреждал. Я говорю, ребята, я на суде, я что за дело? Мы будем ждать, говорит, нас прислал губернатор. Минтек это что такое? Это комиссия... Комиссия по водопроводу вот это вот. Губернатор, когда говорил указание, когда сказал приедет это, и я говорю, с Минтека люди и проверят трубу. Мы с ними поехали, и я же думаю, надо его убирать отсюда, зачем он мне нужен. Смотрю, он неадекватный, буром. Я говорю, вы его знаете? Он говорит, да не встречались мы с ним, а вот фиг его знаете. Я говорю, ну, главой приехал, так говорю, ну. Он говорит, ну, значит, задание его какое-то.
Ну, остался ночевать один на одну ночь он у меня у людей. Говорит, я буду у Геннадия Алексеевича ночевать. Вы подносите бумаги. Люди начали везти мне домой бумаги, документы, обращение к губернатору. Он сказал, пишите, а я все передам. Ну, так и так. Потом он присутствовал у нас на сессии. Я с ним же приехал. Вот так всех собрали с чиновников. Я говорю, ну вот этот представитель, вы как знаете, на сессии, говорю, этот губернатор. Это вот участвовал. Та сессия, где заставляли задним числом подписывать? Заставляли принимать, да. И он участвовал, тоже нас заставлял потом. Меня вообще это взбесило. Думаю, жрал у меня, пил еще у нас. Люди жалуются, а тут он начинает, а ну-ка дайте. Ну, получается беззаконие. Думаю, о, какой странный тип, думаю. И плюс ему... А этот прокурор задает вопрос, говорит, а вы кто такой? Я что-то сказал, а вот я такой-то на общественных делах, там как-то он порассказывал, она все понятно, ну, садитесь, и потом он уехал и несколько жил дней в этом в термопарке. Я ему еще туда документы отвозил. Mm-hmm. Привез ему документы, говорю, вот документы, говорю, которые люди. Ты же отвезешь? Он, да, отвезу. Потом человек мне с нашей станицы позвонил, который передавал документы. А говорит, позвонили с района, а я, говорит, только тебе отдавала и ему. И начали задавать вопросы. Говорит, вот вы по земле, так, а я, говорит, к ним не обращалась. Говорю, значит, документы у него изъяли они. Поили, кормили, либо переписали, либо забрали эти бумаги. Я говорю, тогда, если так получается, как район начал по этому человеку, по адресу звонить, если знали, мы только вдвоем. У меня документы были, у этого Виктора. Mm-hmm. Я говорю, ну, так и говорить, это, а что делать? Я говорю, значит, он им отдал документы. Потом он мне звонит, все, я поехал, а сам слышу, что музыка играет, еще там отдыхал. Я говорю, ну что ты уехал? Он говорит, да, везет Андрея Владимировича, а машина 5 дней назад в Динскую везет. Я это все смотрю, что этот весь цирк нам не понравился, люди недовольны, что их обматюкали всех. Я беру и скидываю это видео, материал в Щепетинскому. Или Щепановский, или Щепетинский есть, Евгений, там, ну, записан у меня так потом. Зиму это видео, я всем министерства, которые у меня были номера, всем отослал, ноль эмоций. А я еще этому Сергею Викторовичу говорю, ваш подопечный, говорю, такие вещи вытворял, мат на мата, всех обзывал, говорю. Как-то он не может быть, я говорю, я вам сейчас видео прошлю. Прислали ему видео, вот он дает, типа, мы разберемся. Я это был Щепетинский, Щепановский, ему отсылаю. Он мне сразу перезвонит, это кто такой? Я говорю, как кто? Стоял возле церкви, возле губернатора, говорил еще, да мало что он там стоял, да мало что это. Я сейчас вот разберусь. Он мне сразу позвонил, как я видео это увидел. Вы слышите, да? Да. И перезвонил, говорит, все, я попозже тебе вот перезвоню. Ну, и присылает это видео с извинением его. И говорит, объясни, покажи людям. Я говорю, хорошо, и потом понеслось, что это мошенник оказался, думаю, что-то непонятки какие-то. А теперь на меня хочет свалить. Что типа я провез, говорю, ребята, так можно ж пока... Ну, в кубанских новостях вот написали, что вы его пригласили просто. Вот я как бы почему стал вам звонить. Я приглашал, да, комиссию. Комиссия приехала. Я приглашал у Вениамина Ивановича комиссию. Ну и комиссия приехала, отработала как бы, да? Комиссия отработала, да. Они же, я им еще расписался у комиссии. Я еще один с инициативной группы. Что они проезжали, проверяли все, акты. И нас человек на 15-20 людей было. Я же опять людей собрал. Все это на видео фиксировалось. У нас все это есть. Как они приезжали, как мы эти считали дырки вместе с ними. Фиксировали. Я расписался, они говорят, нам надо расписаться, что ты, ну, типа, удовлетворен. Я говорю, ну да, удовлетворен на данный момент. И он уже сказал, я забыл его, как этого парня. А он говорит, пока дырки не запаяете, чтоб ничего не закапало. Он подойдет, устраиваете его, все, вот, значит, закапываете. Вот такие вот дела были. Я понял. А теперь на меня хочешь. Один раз у меня ночевал, его ребята видели, и все. И то ночью скоркался, думаю, фиг, может, заказной какой-то. Ну, честно говоря, так, знаешь, ну, туда-сюда ночью ходит, туда-сюда, думаю. Жена мне еще говорит, может, он заказной, вроде, рохнет-то, говорит, да не, он не потянет у нас. Ну, все равно как-то тревожно было, я же говорю. А потом он туда сказал, все, вот, мне... Я понял. Поймали его, это ж за Щепетинский мне сказал, покажи людям, и понеслось вот эта раскрутка. Мы же в прокуратуру написали.
Вы обращение в прокуратуру написали? Вы написали, вот это вот, когда приезжал, вот этот, как его, прокурор края, вот, 27 числа. И мы с ему это вот понаписали, потому что люди обиделись. Я ему флешку с видео дал. Я же ему и отдал, говорю, вы посмотрите. А что прокурор сказал края по этому поводу? Он сказал, я пойду к губернатору, возьму, еще попрошу, чтобы была комиссия, и вам свою прокурорскую пришлю, и вот, краевую, и вот, покажешь все остальные, гипсовые карьеры, там все, ну какие нарушения, я говорю, все хорошо, он записал, я ему папку документов, и люди еще приехали с нашей станицы, тоже на это вот, разберитесь, почему он, получается, Андрей Владимирович привез его, когда это можно было приструнить. А, еще этот Щепанов, я же отослал, говорит, ну ладно вы, там, ну, станичники необразованные, ну куда смотрел глава, которого 20 лет стажу, он почему не затребовал у него документы, почему он нам не позвонил? А этот, подождите.